13 фильмов о философии жизни и правах человека, которые стоит посмотреть. С 25 февраля по 1 марта в Вологде пройдет показ картин, ставших участниками и призерами международного кинофестиваля «Сталкер». Координаторы проекта рассказали о них на пресс-конференции. Александра Шер готова поделиться подробностями. 5 художественных лент, среди которых «Разносчик» режиссера Андрея Стемпковского, «Собачий рай» Анны Чернаковой, «Стыд» Юсупа Разыкова и другие. В программу документальных фильмов включены 7 работ российских режиссеров, призеров фестиваля. Есть и игровая картина под названием «Первоклашки» в рубрике «Сталкер детям». Каждая лента – многослойная история о жизни, предательстве, любви и сложности выбора пути. Фильмы «Сталкер» – это именно фильмы. Хорошие, добротные, качественные. Ничем не хуже голливудского кино. Фильм имеет тот язык, который не косноязычен, да, в общем-то, который прямо говорит о том, где хорошо, где плохо. То есть он затрагивает те темы внутри у каждого человека, и на каждого он реагирует по-разному, то есть воздействует, точнее, по-разному, и вскрывает именно те потаенные уголки человеке, который он даже боялся когда-либо туда заглядывать. Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» проходит в Москве с 1995 года. И интерес к нему постоянно возрастает. Ведь в фокусе фестиваля – общечеловеческие ценности, милосердие и любовь к ближнему, ответственность человека перед обществом. В 2013 году конкурс прошел с 10 по 15 декабря. Теперь фильмы-призеры кинофестиваля начнут путешествие по стране. Смогут их увидеть и вологжане. Бесплатные благотворительные показы пройдут сразу в 2 городских кинотеатрах. «Ленком» и «Салют». Александра Шер, Максим Тышковец, Вологда, Портал.